Специальное предложение дня – это особая рубрика. Что это такое? Это когда мы выбираем самый лучший товар и делаем на него самую выгодную цену. Комплект «Улыбка Фортуны», который состоит из серёг, пусет и кольца. Цена, кстати, на которой уже дополнительно снижена в нашем втором эфире, ведь это два самостоятельных украшения. Это сияющий блеск, это манящий цвет океанских вод, это оттенок волшебства и тот самый камень, который предпочитала для себя сама Элизабет Тейлор. Познакомит нас с этим украшением эксперт-гемолог и эксперт нашего телеканала Олеся Трофимова. Необыкновенно красивый, роскошный камень, который сейчас очень востребован. Это танзанит, это молодой минерал, который был найден в 1964 году. Он имеет очень красивый оттенок редчайшего кашмирского сапфира василькового оттенка. Считается, что через 10 лет на планете не останется ни одного танзанита. Это редкий камень. У нас танзаниты используются выращенные, которые по всем физико-химическим свойствам полностью совпадают с драгоценными натуральными камнями. Украшения обязательно идут с паспортами, с документами. Посмотрите, на серьги и на кольцо. Три танзанита, серебро в золочении, фианиты и отдел технического контроля. Наши украшения не только красивые, но и качественные. Наш комплект серьги и кольцо из серебра в золочении, серьги на винтовом замке. Посмотрите, такой замок изготавливается для пусет с бриллиантами и камней первой категории. И, конечно же, вашей кожи будет касаться только золота и неоклассический стиль, который из моды никогда не выйдет. Идеальный комплект, который один раз, появившись в нашем эфире, произвел такой фурор, что был за одну презентацию полностью распродан. Именно сегодня, в день драгоценных камней, мы не только делаем комплект «Улыбка Фортуны» специальным предложением дня, мы дополнительно снижаем цену. Вы получаете серьги и кольцо, то есть три драгоценных танзанита и два самостоятельных украшения по сказочной цене. Это 1499 рублей. И, внимание, вы сегодня получаете ту самую удивительную роскошь и только сегодня по самой выгодной цене. Возьмите сразу полностью коллекцию, захватите браслет с танзанитом, подвеску, которая расположилась на цепи Прима. Не забудьте выбрать для себя и брошь из этой же коллекции, которая эксклюзивно только для телеканала Шоупен Шоу разработаны. И всю коллекцию полностью вы сможете забрать с бесплатной доставкой. Вот ты знаешь, Олесь, в день драгоценных камней мне хочется вспомнить историю про свою подругу, которая впервые в жизни, увидев танзанит, приобрела для себя украшение и потом рассказывала: «Аня, ты не представляешь, я прихожу на работу, и я знаю, что мне будут говорить комплименты». И они говорят их мне. Все окружающие в настоящем восторге, потому что у этого камня особая магия. Не зря сама Элизабет Тейлор блистала в танзанитах. Ведь это магия, которая внутри пробуждает особенную силу. Магия, которая пробуждает силу, и считается, что танзанит – камень, который исполняет желание. Если вы держите его в своих руках, либо надето на вас украшение, обязательно помедитируйте пару минут, представьте желание, которое якобы уже исполнилось, и оно обязательно воплотится в реальность. Кстати, этот камень, который рекламировала компания Tiffany именно на голливудской актрисе Элизабет Тейлор. Элизабет Тейлор не только известнейшая красивая женщина, оскароносная. Три Оскара, кстати, у голливудской актрисы Элизабет Тейлор. Это единственная актриса, которая за роль Клеопатры получила гонорар в размере миллиона долларов. Единственная. Почему ее так уважали и ценили? Вот я хочу заострить внимание на том, что Элизабет Тейлор очень любила украшения, она неоднократно была замужем, и для нее, для Элизабет Тейлор, такие украшения изготавливались и дарились, которые сейчас на аукционе Сотбис за миллионы долларов продают. В чем же особенность была этой уникальной женщины? Почему мужчины к ее ногам клали такие драгоценности? Потому что она была настоящей женщиной. Она не боялась говорить себе: «Я хочу самое дорогое. Мне нравится самый роскошный и крупный камень, и он будет моим».
Вспомните, женщины, когда вы в себе уверены, девочки, как мужчина к вам относится? Да он боится пикнуть в вашем присутствии, и он сразу думает, нет, надо ей подарить что-то такое достойное, ведь эта женщина вот такая. Слушай, ну учитывая то, что Элизабет Тейлор – это женщина-мечта, сегодня каждая красавица, приобретая для себя такой комплект, может почувствовать вот этот необычайный королевский стиль, вот этот статус, вот эту особенную женскую магию. Позвольте себе роскошь по доступной цене, вам не нужно переплачивать. Сниженная цена 1499 рублей на кольцо и на серьги, пусеты. А вся коллекция обойдется вам с бесплатной доставкой в день драгоценных камней. Вот Олеся Трофимова, она у нас не просто гемолог, она еще и женщина, которая обладает отличным, утонченным вкусом. Вот подскажи, украшения такого формата, они подойдут для любого стиля? Абсолютно, для любого стиля. Я обожаю вот такой неоклассический стиль и люблю серьги-пусеты. Их можно надеть всегда, везде, абсолютно. Я хочу, знаешь, на что обратить внимание? Что у этих украшений очень красивый цвет у танзанитов, потому что у танзанитов тоже бывают разные оттенки. Здесь редкий, дорогостоящий Royal Blue, вот такой Royal Blue его называют, очень красивый, нежный, завораживающий. Когда вы в украшениях с танзанитами, поверьте, это сразу видно. Это придаст вам роскошного внешнего вида. Посмотрите, у нас есть также и брошь еще. А комплект, в комплект «Улыбка радуги» входит серьги и кольцо. Это основа для хорошего образа, для вашего готового, идеального выхода в свет. Это сразу два украшения. Это серьги-пусеты, это кольцо. Это три драгоценных танзанита. И в день драгоценных камней на телеканале Shopping Show мы предлагаем лучшую цену. 1499 рублей за комплект, за ваш статус, за вашу особенность, за вашу эксклюзивность. Выбирайте для себя такие украшения, вы этого достойны.